Всем привет зрителям, подписчикам. Вы на канале Телемастер 222. Сегодня в этом видеоролике проверка стиральной машины, которую нашли на мусорке. В общем, шнур сетевой поставил от пылесоса. Вот он, стеречка включена в сеть. Шнур как бы отрезан у него был. Все включается. Сейчас в машинку загрузили рабочие перчатки, там что-то наложили. Сделаем быстро стирку. Сейчас еще покажу, что было с длиной помпы. В помпе вот такая вот забитая была. И даже нашли 1 рубль. Вон лежит рубляк. Помпа забитая. Естественно, еще, видимо, она подтекает. Сейчас поставлю ее на быструю стирку. Так, поставим быструю стирку. Все работает. Пуск. Вода пошла. Стирает. Тут видно, что подтеки, но я подтеки не наблюдаю. Здесь сухо. Так, стекло тепленькое, значит, воду нагревает. Будем ждать конца стирки. Посмотрим, будет, нет, еще воду сливать, то что ей. Видать, помпа не работала. Слив. Зато ее выкинули. Воду сливает. Значит, при отжиме все-таки подтекает, и здесь подтекает. Все. Ну, это поменяю. С моей поставим. Вот там на другой поставим стиралки. Еще помпу. Ну, здесь не знаю, тоже надо смотреть. При стирке ненормально было, при отжиме подтекает. Так она сейчас что, все отжимать будет, больше полоскать не будет? Почему она отжимает? Все отжимать и полоскать будет. Да, ведро подставлять надо. Тут вроде это не видать, не мокнет, только старое, ну где-то чуть-чуть было вроде. Вот из-под этой набежало там. Вот где-то. Из-под помпы, видать, это. Ну, распускает через кольцо выпутнитель.
пушку выгоняй, колесо качает. Потом воду вытащим. Загрузим и везем ее. Заказчик домой. Ну. В общем, стиралку проверили. Все работает. Оставить там недостатки. Устранить там подтекание помпы. Скорее всего, там резинка уплотнительная. Скорее всего, сами повредили. Там была забита. Забита помпа. И немного там кое-как ее открутили. И резинку уплотнительно повредили. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. На этом все. Всем пока. До новых видео.